Осенний сезон на телеканале «Хабар» обещает быть нескучным. С 14 октября на экраны выходит новый сериал «Кокжал». Теленовелла рассказывает о жизни обычного парня, который воспитывался отцом. Мама главного героя умерла, когда он был совсем маленьким, и мужское влияние сказалось на его характере. Мальчик вырос замкнутым, но очень амбициозным. В школе, где учится Ербол, его все время задевают хулиганы и вымогают деньги. Он, в отличие от сверстников, не хочет с этим мириться. Парень записывается в секцию единоборств и начинает тренироваться. Он мечтает стать бойцом смешанного стиля. На пути героя фильма ждут тяжелые испытания. Его пытаются втянуть в криминальный мир. Сможет ли он устоять, покажет время. Чем закончится остросюжетная спортивная драма «Кокжал», зрители узнают уже этой осенью. Это телесериал, спортивная драма. Она охватывает достаточно большой промежуток жизни, 8 лет. Поэтому роль главного героя играют два актера. Один в юности, другой во взрослом возрасте. От этого кастинг был сложным. Надо было найти очень похожих не только по внешности, но и по характеру актеров. Идея фильма – это воспитание спортсмена, воспитание в целом молодежи. Она дает очень большой прогресс в нашей жизни. Если так сказать, что спорт, он любой спорт дает воспитание, но здесь особенно она дух поднимает ребятам. Смотреть на жизнь широко, узнавать, кто плохой, кто хороший. И самое главное, защитить себя в любой трудной ситуации.